Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам, почему собаки грызут вещи. Если ваша собака грызет вещи, не думайте, что она просто обладает скверным характером и тем самым хочет испортить вам настроение. В большинстве случаев такая привычка является симптомом серьезных проблем с психологическим и физиологическим состоянием у питомца. Желание погрызть вещи у лающих может быть вызвано самыми разными причинами. Давайте рассмотрим самые распространенные из них. Стресс – первая причина. Если собака грызет вещи исключительно во время вашего отсутствия дома, очень вероятно, что таким образом она заглушает тоску от разлуки с вами. Точно так же собака может поступать и после серьезных потрясений, например, переезда. Не спешите ругать вашего питомца за испорченную обувь и мебель. Лучше обратитесь за помощью к зоопсихологу. Смена зубов – вторая причина. В большинстве случаев щенки грызут вещи. И связано это вовсе не с плохим характером маленького питомца, а с тем, что с помощью такого действия собака пытается заглушить боль и зуд в ротовой полости. Чтобы щенок не грыз дорогие вашему сердцу вещи, предоставьте ему альтернативу в виде специальных игрушек. Чтобы не потерять наш канал, жмите на кнопку «Подписаться». Не забывайте нажать на палец вверх, если видео вам понравилось. Это помогает нам делать видео, которые интересны именно вам. Наслаждайтесь просмотром! Желание щенка изучить этот мир – третья причина. Помимо смены зубов, очень часто собаки в детстве грызут вещи еще из-за того, что хотят в буквальном смысле попробовать окружающую их действительность на вкус. Такое действие очень важно для развития питомца. Как правило, по достижении полугода у большинства собак желание погрызть вещи проходит. Недостаток физических и интеллектуальных нагрузок – четвертая причина. Если владелец не заботится о регулярных нагрузках для питомца, собака начинает самостоятельно восполнять их недостаток. Если не хотите, чтобы лающий друг играл с вашей обувью, регулярно уделяйте ему время и заботьтесь о его умственном и физическом развитии. Проблемы со здоровьем – пятая причина. Очень часто желание собаки погрызть вещи специалисты связывают с заражениями глистами и проблемами с пищеварительной системой. В этих случаях лающие грызут вещи, потому что пытаются усмирить боль в своем организме. Если вы заметили такое необычное поведение у своего питомца, обязательно сводите его на прием к ветеринарному врачу. Как видите, желание погрызть вещи у собаки – это вовсе не плохой характер лающего, а симптом каких-либо изменений в психологическом и физиологическом состоянии животного. Так что ругаться на собаку в этом случае бессмысленно. Нужно работать с самой причиной такой привычки. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!